Единство многообразия – это одна из основ функционирования Европейского Союза, благодаря которой существует глубокое уважение к каждому этносу и каждой национальности. Молодежная платформа межэтнической солидарности продвигает права этнических, лингвистических и религиозных меньшинств в Республике Молдова. Noi în cadrul organizației încercăm să promovăm drepturile minorităților, să povestim tinerilor de ce înseamnă drepturile omului per general și ce înseamnă drepturile minorităților în special. Care ne-am dat recomandări, Miș? Ce ne trebuie să includem în acest raport? Dacă vorbim de obiective mai generale, mai globale, noi vrem ca în țară să fie acest dialog intercultural, să fie această coeziune socială, să fie pe prim plan, să fie identitatea civică, da? De exemplu că eu nu sunt moldovean sau evreu sau ucrainean, eu sunt în primul rând cetățean al Republicii Moldova. В 2019 году платформа реализовала проект «Продвижение будущих лидеров меньшинств» при поддержке Европейского Союза. В рамках этого проекта 25 молодых представителей национальных меньшинств из Республики Молдова приняли участие в тренингах по лидерству, в которых особым образом рассматривались индивидуальные таланты и призвания. Также молодые люди смогли ознакомиться с лучшими европейскими примерами социальной сплоченности меньшинств, учитывая в том числе общую идентичность гражданина Республики Молдова. Мы как раз-таки всей своей деятельностью пытаемся повысить уровень информирования населения, в частности среди молодежи, дать молодежи возможность знать свои права, защищать свои права и жить в развитом государстве. Поэтому Европейский Союз в этом нам очень помогает. Это спасибо большое за все те гранты и проекты, которые мы выиграли благодаря Европейскому и реализовали благодаря Европейскому Союзу. Более чем на 100% финансирование и поддержка Европейского Союза в принципе дает нам жизнь, то есть жизнь организации, то, что мы существуем, то, что мы можем реализовывать свои проекты для молодых людей, не только, дает нам возможность делать что-то хорошее и полезное для нашей страны, которая славится своим разнообразием этносов. Участники платформы межэтнической солидарности планируют расширить свое присутствие в регионах страны, в том числе в Гагаузском автономном территориальном округе, Бельцах, Сороках, Тараклии, а также на левом берегу Днестра. Членами организации могут стать молодые люди, разделяющие ценность и заинтересованные темой прав человека, меньшинств и многообразия в Республике Молдова.